Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я вам покажу, какой VPN я использую, а также рекомендую вам. Мне порекомендовал его Леха, большое спасибо ему за это, он сам им пользуется. Значит, называется он 1.1.1.1. Давайте откроем интернет. Сейчас интернет, этот VPN этот у меня не включен. Вот он, вот ссылка на этот самый VPN. Да про него даже в Википедии статья есть. Короче, давайте проверим, как у нас сейчас дела идут. Вот я сейчас... Давайте перезагрузим страницу. Так, сейчас вот иконки, вот эти шапки отображаются. Вот на этом канале. Но вот эти вот, это потому что я включал, переключал VPN, поэтому вот это вот осталось. Но вот эти вот, первые 7 штук, они были, как бы я нажал посмотреть еще, и вот здесь уже, которые открылись, у них не отображаются картинки. Сейчас VPN меня не включит. Давайте на канал Лехи, например, зайдем. Вот здесь уже ни иконка не отображается, ни шапка. VPN у меня сейчас не включен. И сейчас также давайте откроем Facebook. Открываем Facebook. И, во-первых, не может загрузиться. Во-вторых, написано небезопасно. Ну и в-третьих, короче, он не откроется, потому что он у нас заблокирован в России. Итак, теперь давайте же включим эту радость. Отображается VPN вот здесь после установки. Да там установка тогда на раз-два. И вот это переключатель. Включить или отключить этот самый VPN. Есть также настроечки всякие. Но там в настройках отобразится адрес моего IP интернета, так что открывать не буду. Но там настройки довольно-таки несложные. Там, в принципе, даже настраивать. Чтобы VPN работал, вам даже ничего не придется настраивать. Итак, давайте же включим эту радость. И все, давайте теперь снова откроем интернет. Во-первых, обновляем страницу, чтобы это все сработало. Поскольку мы вот только что прям включили VPN, запуск, загрузка будет немного дольше. И вот, видите, теперь Facebook открывается. То же самое будет и с Instagram. Теперь давайте обновим страницу YouTube. Поскольку VPN вот только что включил, переключил, вот это все будет немного подгружаться. Вот. Вот теперь все иконки отображаются. На какой бы мы канал ни зашли, будут отображаться все шапки, все иконки. В общем, как до военной операции. Ну, собственно говоря, также стали... Вот я уже много раз говорил, что когда началась война, видео стали загружаться медленнее. Если раньше у меня за минут за 40 или 30 могли 15-гигабайтовые видео загружаться, то сейчас загружаются часа по 3. Включил я этот VPN, теперь снова по полчаса загружается, как в старые добрые времена. Ну и, собственно говоря, именно поэтому я вам рекомендую этот VPN. Кстати говоря, этот VPN также есть и для Android. Я его там тоже поставил, однако, к сожалению, с YouTube этот VPN не будет работать. Именно в телефоне не будет работать. С приложением YouTube именно не будет он работать. А вот, но если через браузер в телефоне зайти в YouTube, то тогда запросто можно будет использовать его. Ну а так, там через браузер... Инстаграм, Фейсбук, все открывается. Также бесплатный там такой же переключатель. Ну а теперь давайте скачаем этот VPN. Я вам покажу, как его скачать. Короче, ссылка, вот это официальный сайт программы. И здесь ссылки уже сами. На Linux, на Windows, на Mac, на App Store и Google Play. Да, он есть в Google Play. Он там не заблокирован. Говорят, что, кстати, VPN блокируются вон сейчас в последнее время. Но надеюсь, что до этого не доберется. VPN зачастую заблокировать сложнее, чем сами сайты.
И вот, кстати, раз уж у нас открывается без проблем Facebook, и все там отлично прям работает, без проблем просто, и Instagram, то если у нас заблокируют YouTube, то мы без проблем можем его дальше смотреть. Вообще без проблем. На Яндекс.Дзен я в таком случае перейду все равно. Но если много народу из вас понакачает этот самый VPN, то на Ютубе ролики будут выходить тоже. Короче, нажимаем кнопку Windows, и у нас сразу же все качается. Вот она загружается. Давай, давай, грузись. Здесь у нас один в скобках, потому что я уже один такой скачал и поставил. Можно также поставить в настройках, во всяком случае, в телефонной версии я это посмотрел. Можно поставить и отметить те приложения, с которыми этот VPN затрагиваться не будет. Ну и, собственно говоря, это тоже все хорошо. К сожалению, вот YouTube, он постоянно будет исключением. Он не будет работать. Также почему-то с Google Play тоже он не сработал. Я заходил, игры, которые недоступны в России, по-прежнему недоступны были. И это фигово. А что так долго грузится-то, кстати? Грузится что-то долго оно, не знаю. Не знаю, почему. Ну уж вряд ли. О, все, отлично. Загрузилось. Ну, почти. Все. Нажимаем открыть. Установщик Windows у нас идет. Ждем чуть-чуть загрузки. Давай, грузись, пожалуйста, быстрее. Только не висни. Во. Welcome to Cloudflare ARP Setup Wizard. Здесь вот у меня пишут, что у меня VPN этот установлен, и тут просит удалить или переустановить. Ну, короче, там, а так там дальше обычная установка будет, как и у многих других программ на Windows. И также и этот VPN, если вы где-то просто там найдете файл, куда установится этот самый VPN, вы на него должны нажать. Вот у меня вот тут здесь отобразился, как недавно добавленный. Я на него, если нажму, ничего не произойдет, ничего не включится. VPN отобразится вот здесь. И вот здесь мы нажимаем на него. И вот уже здесь он. Его можно включать и перевыключать. Настраивать ничего не придется, VPN сразу будет работать. Ну что ж, надеюсь, многие из вас обратят на этот вариант внимание. Всем спасибо большое за просмотр. С вас Ликос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.